Я опасаюсь, что 7 миллиардов рублей, выделенных на развитие внутреннего согласия в Российской Федерации, пойдут на разжигание толерастии в худшей ее форме и, соответственно, разжигание межнациональных конфликтов, и на разжигание социальных конфликтов, и на разжигание идеологических конфликтов, а отнюдь не на создание единого общества. Пример этого мы видим на примере так называемой десталинизации, которая вызвала безумный рост популярности личности Сталина, всего лишь на фоне ничтожества наших нынешних руководителей. Мы видим, что любой бытовой конфликт автоматически трактуется в пользу этнических меньшинств. И лозунг Манежной площади «Закон един для всех» огромной частью либерального истеблишмента воспринимается как экстремистский, за который нужно сажать в тюрьму.